Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Поезд на Париж. В центре сюжета события, произошедшие ранним вечером 21 августа 2015 года, когда весь мир, затаив дыхание, наблюдал за предотвращением террористической атаки в скоростном поезде номер 9364 тремя бравыми молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!